Анонс 7 по 9 серии 2 сезона сериала «Горячая точка». В 7 серии шейх увозит Татьяну с ребенком и в обмен за их жизнь требует у ее отца капсулы с препаратом. Жихарев пытается выбить из Жеки признательные показания. Горюнов предлагает ему подписать признание вместо Мурина, а потом убить его при попытке к бегству. Жека неожиданно соглашается дать признательные показания. Перед этим он договаривается с отцом Тани о плане действий. Горюнов и Жихарев везут Жеку на место, где он якобы сбросил ствол. Там же появляются люди-бусыги. Начинается перестрелка. Жека сбегает. Руслан вывозит его из города. Татьяне удается спрятать сына в детском саду, но сама она в руках бандитов. В 8 серии в Чернодолии Челентан встречает людей Сыча, попрыгуна и адвоката Ирену. На автосервисе бусыги их задерживает Горюнов. В Воронеже Жека и Руслан похищают из больницы Иссу. Под угрозой расправы он называет адрес квартиры, где якобы держит Татьяну. Ирена заключает сделку с Ведерниковым и всю компанию отпускают. Маленького Павлика, обнаруженного в детском саду, отправляют в отделение милиции. Жека и Руслан приезжают за Татьяной, но там их задерживают сотрудники областного ОФСБ. Оказывает Иса их агент под прикрытием. Ампулы, за которыми охотятся бандиты, в результате всех перипетий оказываются у Жеки. Он готов обменять их на жизнь Татьяны и ее отцам. В 9 серии во время обмена отец уничтожает ампул и закрывает с собой дочь от пули. Жека с Татьяной скрываются. Сыч и Изотов на сходке решают, что Ведерников выпустит бусыгу, а ответственность за происходящее в городе свалят на Мурина. Хасанов просит отца найти для Жеки хорошего адвоката. Тот дает телефон Ирены. Она назначает Жеке встречу и рассказывает Ведерникову. Менты решают Жеку живым не брать. Рая, узнав, что на сына вешает убийство. Еще двоих кавказцев приходит к Ведерникову. У нее в сумке граната. Посмотреть очередные серии вы сможете 1 декабря.